В Твери в понедельник днем на Комсомольском проспекте произошло ДТП. Мусоровоз, двигаясь в крайней правой полосе, перед совершением поворота направо, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и врезался в столб. Подробности в материале нашего корреспондента. Только по счастливой случайности никто из прохожих не оказался под колесами большегруза. Пешеходы в буквальном смысле за долю секунды успели отскочить, увидев несущийся масс. Мусоровоз вынесло с проезжей части ровно на то самое место, где обычно толпа людей ожидает зеленого сигнала светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия были повреждены провода линии электропередач. Сейчас на месте работают аварийные службы. Ко всему прочему, был снесен знак пешеходного перехода и столб со светофорным объектом. Прохожие даже с сарказмом пошутили, что единственный здесь потерпевший – это светофор. Он, даже покинув свой пост, упав со столба, продолжает работать. Вместе с ним пострадал и знак пешеходного перехода, и мачта освещения. Удар был такой силы, что от бетонной опоры отвалились куски. А у МАЗа вылетело лобовое стекло. Водитель мусоровоза, который тем же чудом уцелел, говорит, что не успел затормозить. Зеленый свет горел, стоял. Впереди машина ехала, пешеходы переходили дорогу. Я на тормоза, но не успел затормозить. Что, людей давить? А скорость не превышали? Нет, какая-то скорость. Специалисты подсчитывают немаленький ущерб, который был нанесен имуществу в результате аварии. Оборванные провода, испорченные дорожные знаки. Ко всему прочему, на Комсомольском проспекте в направлении Заволжского района образовалась пробка от улицы Советской и до улицы Горького.